Подводная лодка «Магадан» вышла в Балтийское море для ходовых испытаний. Это проводится для того, чтобы проверить соответствие реальных параметров судна спецификации контракту, а также надежность работы оборудования. Сообщается, что испытания продлятся 20 дней. До этого специалисты подразделений подрядных организаций уже проверили большую часть навигационной системы корабля, гидроакустический комплекс, общекорабельные системы, комплекс связи, системы управления и комплексы торпедно-ракетного вооружения. «Магадан» — третья подводная лодка серии, строящаяся на Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота Российской Федерации. Она была спущена на воду 26 марта 2021 года высокой степени готовности.